واعتصموا بحبل الله. فيرف الله что такое? Учёные муфассиры говорят, هو طاعة والجماعة وهو القرآن وهو الإخلاص والتوحيد وهو الإسلام كما قال المفسرون, وهذا شيء في النهاية واحد سمي ذلك حبلا. مفسر говорят, حبل الله إن فيرف الله это подчинение, это جماعات, это قرآن, это إخلاص, искренность, это توحيد, единобожие, إسلام. И все это вместе называется джамаа, хаблю Аллах, именно верх Аллаха, субхана ва тааля. Почему Аллах назвал верх? Почему Аллах назвал верх? Ученые говорят, لأن الممسك به ينجو كالمتمسك بالحبل في بئر. Потому что тот, кто сможет захватиться за это верх Аллаха, он подобно тому, который упал в колодец и успел захватиться за верх, сможет спастись и выбраться оттуда. Поэтому также подобно этому упавшему в колодец, который сможет выбраться из этого уничтожения, из этой погибели, также сможет выбраться из наказания Аллаха Субхану ва Тааля, если крепко вместе с джамаатом будут держаться за верх Аллаха. وَهُوَ سَبَبُ الَّذِي يُوسَلُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلُيُنَجِّيكُمْ. Это именно та причина, которая нас приведет к довольствию Аллаху Субхану ва Тааля и отдалит от наказания.